зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Прошу, царь обезьян, владыка небес, я не справлюсь один. Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... О-о-о, дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Соскучился? Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по добру, по здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажрёмся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Забыл. Вспомню по ходу дела. Чёрт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Ухать на улице нельзя, пушками махать тоже, ну и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Ага, вот мы и на месте. Шлюх, доктору!
посвящу тебя в свой замок. Покажи свою душу! Я попылил! Санса! Используем трос, бро! Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Голышом! Зато яйца проветрил! Верони, бро! Так ты вступишь во врата Хёрка или нет? Я жду от тебя полной отдачи. Мой старик говорит, что парням Илая ни почем не победить Иакова. Только если случится, цитирую, сраное чудо. Пока другие не пришли. Чувак, чувак, у нас беда. Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Когда увидит дырки от кухни.
Черт, я упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Как жизнь, чё, как? Папань! Смотри, Нэнси вернулась! Я ее вернул! Твой сын! Как тебе? Ты тупее мешка с говном! Стоп! Стоп! Взгляните на... Что за дела? 2 сапога, я думал, ты будешь мной гордиться, папа! Я же помог отжать твой грузовик у сектантов! Я про те листовки, в которых ты написал, что я бил свою бывшую. О чем ты думал? Ты же сам сказал, что листовки должны описывать тебя честно. Взгляните на это. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... Ты получишь позже.